Жилой комплекс Шереметьевский. Работаем по нашему дизайн-проекту. В этом видео расскажу вам про сам дизайн и этап инженерного ремонта. Работы мы начали с полного демонтажа ремонта от застройщика. Вывезли порядка 15 контейнеров мусора. Демонтаж мы делали 2 недели. После демонтажных работ мы приступили к возведению перегородок. Стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 мм. Это оптимальная толщина для межкомнатных перегородок. Обязательно используем армирование. Нам часто пишут в комментариях, что нужно использовать арматуру, как в 19 веке. Но мы используем базальтовую сетку. Армировать можно каждые 3 ряда. Каждый ряд здесь уже по вашему желанию. Для того, чтобы кладка была максимально прочная, допустим, если высотное какое-то здание, и мы делаем отделку там, на 50 этаже, там, 42, 37, у нас часто встречаются такие проекты, мы армируем уже каждый ряд. Еще очень важный момент – это жестко не крепить вашу межкомнатную перегородку к несущей конструкции. То есть это у нас монолитная история, и здесь у нас гибкая связь. То есть кладка не доходит до стены 1,5-2 см, крепится стена при помощи подвеса к несущей стене, а этот шов заполняется при помощи монтажной пены, и этот стык потом уже усиливается при помощи базальтовой сетки на этапе штукатурки. То есть этот способ позволяет избежать трещин на вашей межкомнатной перегородке. При возведении стен не доводим вашу кладку 2-3 см до потолка. Этот зазор мы пеним при помощи монтажной пены. То есть, если ваш сосед сделает ремонт, он нагрузит плиту, и ваша плита будет давить на вновь возведенную стену. И у вас есть вероятность, что появятся трещины. Поэтому оставляем зазор для того, чтобы плита не давила на ваши стены. Еще немаловажный момент – это перемычки при возведении стен. Вот здесь у нас используются 2 уголка, они красятся специальной грунтовкой для того, чтобы уголок не ржавел и ваша ржавчина не проходила через вашу чистовую отделку. Уголок, а точнее полку уголка, мы заворачиваем вовнутрь стены, то есть мы блок берем и пропиливаем по всей длине и вот эту полку заворачиваем туда внутрь. Раньше мы делали так, что у вас полка идет вот с этой стороны и здесь была плохая адгезия у штукатурки. Вот чтобы было максимально все четко, полку заворачиваем вовнутрь. Иногда используют арматуру для перемычек, но арматура со временем может провиснуть, и у вас здесь могут появиться диагональные трещины. Вот чтобы этого не было, используйте уголок вместо арматуры. На этапе возведения перегородок мы задаем правильную геометрию для всех помещений, то есть там, где нам нужны углы 90 градусов и параллели, мы выстраиваем стены так, чтобы уже задать какую-то геометрию для того, чтобы уже на этапе штукатурных работ использовать минимальные слоя. После возведения перегородок мы приступаем к механизированной штукатурке. На всех наших объектах мы штукатурим механизированным способом. Во-первых, это быстрее, во-вторых, технологичнее. Смесь замешивает машина, а не человек. То есть по всей квартире у вас тактика, технические характеристики смеси одинаковые. Это очень важно. Уже на этапе механизированной штукатурки мы финально задаем правильную геометрию для всех помещений. То есть у нас везде углы 90 градусов, а также у нас везде сделаны параллели. То есть если мы берем, допустим, вход в комнату, то есть вот эта стена параллельно этой. Если мы рассматриваем коридор, то вот эта вся стенка полностью параллельно этой. Это делается для того, чтобы при укладке чистового покрытия у вас не было подрезки либо слева, либо справа. То есть об этом вы узнаете только тогда, когда уже будет финальная часть ремонта, укладка чистового покрытия. Вы увидите, что у вас там ламинат либо керамогранит расходится с вашими стенами и приходится подрезать ваше чистовое покрытие. И все это смотрится максимально некрасиво и бросается в глаза. Вот чтобы этого не было, на этапе чернового ремонта вы сразу закладываете эти вещи, делаете параллели, делаете углы 90 градусов, чтобы вы получили в итоге максимально качественный и правильный результат. Не доводим штукатурку до потолка 2-3 сантиметра. То же самое, что мы делаем с перегородками. Оставляем этот зазор для того, чтобы плита не давила на ваши стены, которые уже оштукатурены. Закончили штукатурку и даем настояться смеси.
6-7 дней для того, чтобы она набрала прочность, вышла лишняя влага. Потому что если мы начнем штробить сразу после того, как заштукатурили, есть вероятность, что ваша штукатурка отслоится от ваших стен. Поэтому настоятельно рекомендую после того, как закончены штукатурные работы, остановить работу на 6-7 дней и дать набрать прочность вашей штукатурки. Закончили штукатурные работы, и через неделю, да, там 5-6-7 дней, в зависимости от слоя, как только штукатурка высохла, приступаем к монтажу черновой сантехники. Вот такой водомерный узел мы собрали для нашего заказчика. Здесь у нас все понятно, водные краны, система защиты от протечек, редуктор давления, фильтр тонкой очистки, магистральный фильтр, это пульт управления системой защиты от протечек, коллектор на горячую и холодную воду, компенсатор гидроудара, а также проточный водонагреватель. Все это оборудование позволяет нашему заказчику забыть про проблемы с водой лет на 50, да, забыть, что такое протечки, подтеки. Это всегда стабильный напор воды, это максимальный срок службы вашей бытовой техники, потому что фильтрация воды позволяет удалить все лишние элементы, и это все продлевает срок службы вашей бытовой техники, которая сейчас достаточно дорогая. Не забываем про шумоизоляцию стояков канализации. Об этом вспоминают в самый уже последний момент, когда заехали в квартиру, и вечером ложитесь спать и слышите, как течет вода по вашему стояку канализации. Поэтому на этапе инженерной сантехники обязательно делаем шумоизоляцию стояка канализации. И вот мы закончили черновую сантехнику и сразу приступаем к монтажу черновой электрики. Электрику мы делаем в серой ПВХ гофре по потолку. Кабель мы используем в ВГ-НГ-ЛС от производителя Concord. Гофра у нас ДКС и клипсы аналогичного производителя. Эта гофра никогда не выпадает из клипс, и ваши провода не упадут на натяжной потолок, либо потолок из гипсокартона. В этой квартире у нас два электрощита, один слаботочный и один силовой. Они у нас расположились в коридоре. Здесь у нас будет встроенный шкаф, и все инженерные коммуникации будут спрятаны. При этом они имеют максимально быстрый доступ. То есть мы с вами открыли дверцу шкафа, и у нас сразу доступ к электрощитам. Здесь у нас слаботочный, а здесь у нас силовой. Что важно учитывать при монтаже электрики? Это вертикальный штроб. Никаких горизонтальных штроблений не должно быть в вашей квартире. После того, как вы сделаете малярные работы, ваши стены будут все белые. Вы уже забудете, как у вас проходят провода, приходят кухонщики, начинают вешать вашу мебель, и есть вероятность, что они попадут в кабель. Вот для того, чтобы избежать всех этих ситуаций, делаем только вертикальные штробы, и вы максимально снижаете вероятность повреждения кабеля при монтаже вашей мебели в вашей квартире. Пару слов про шумоизоляцию. На что стоит обратить внимание? Первое. Это монтаж акустических подрозетников. Без них ваша шумоизоляция будет неэффективная. Эти подрозетники стоят как чугунный мост, но на эти траты стоит пойти, если вы хотите сделать качественную шумоизоляцию. Следующий момент. По периметру мы используем ленту VibroStack в два слоя. После того, как мы ее наклеили, смонтировали акустические листы, подрезаем эту ленту по всему периметру и заполняем это пространство при помощи специального акустического герметика. А также швы между листами тоже проходятся при помощи этого герметика. А также хочу отметить, что если вы хотите, чтобы ваша шумоизоляция работала, то она должна иметь хоть какую-то толщину. Нельзя сделать шумоизоляцию стены 1, 2, 3 сантиметра. Шумка будет работать, когда она есть. Вот ее минимальная толщина должна быть 5-7 сантиметров. Хорошо, если вы можете пожертвовать, да, на шумоизоляцию 10 сантиметров. Это самый оптимальный вариант. Но нельзя сделать шумоизоляцию стены 1, 2 там, или 3 сантиметра. На этапе штукатурных работ, если у вас есть в проекте скрытый плинтус, отбиваем периметр, да, на высоту вашей закладной и не штукатурим эти пространства. Если вы же заштукатурите абсолютно все, прям до самого пола,
потом будете делать отсечку, штробить, прорезать. То есть это все дорого и долго. То есть лучше на этапе штукатурных работ сразу задать периметр и не штукатурить вот это пространство. Это вам сэкономит и время, и деньги. Пару слов про откосы. Очень модная тема использовать пластиковые откосы, потому что они не желтеют, они вечные и так далее. Но в моем понимании пластиковые откосы — это что-то вот из прошлого века. То есть самый правильный вариант — это у нас ГВЛ, это влагостойкий материал, да. При необходимости, если у вас, допустим, здесь большая толщина, можно откос утеплить, наклеить сверху лист ГВЛ и уже потом отшпаклевать и покрасить. То есть сейчас краска такая, что ничего не желтеет, и спокойно 15-20 лет ваш откос вам прослужит и будет радовать глаз. Вот такой проект у нас получается. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я ставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!